Медикам снесло крышу. В Чебаркульском районе врачи и пациенты сельской больницы неожиданно попали в экстремальные условия. Худая кровля не выдержала дождя. В амбулаторном пункте начался потоп. Врачи попытались спасти ситуацию с помощью ведер, но силы были явно неравны. Стихия взяла верх. Пол оказался моментально залит водой. Капец. А вы хотите, чтобы вообще закрыли, видимо? Видимо, да, так и получится. А закроют, закроют. Врачи отмечают, это уже не первый инцидент с дырявой кровлей. Однако денег на ремонт до сих пор нет. Больница в селе Кундравы обслуживает больше 5000 пациентов из соседних населенных пунктов. По словам медиков, некоторые сотрудники, которым приходится работать в экстремальных условиях, даже готовы написать заявление на увольнение. В областном министерстве уверяют, что проблема раздута. 78-го года постройка. В 2019 году, в 2019-м уже был проведен ремонт кровли здания. Собственно, места, где были обнаружены как раз протечки. Вот. И до настоящего момента, в общем-то, никаких проблем не было. В амбулаторию выехал главный врач, специалист, он прошел. Вместе с коллегами пообщался. Ни о каком увольнении врачей там вообще речи не идет и не шло изначально. Вот. На данный момент сметная документация вся подготовлена, то есть крыша будет у нас в ближайшее время восстановлена. Это не первый подобный случай. В феврале в Южноуральске из-за потопа рухнул потолок в роддоме. Тогда мамам потребовалась срочная эвакуация.